Если ты хочешь получить подарок на Новый год, поставь лайк за 3 секунды. Считаю. Раз, два, три. Кто успел поставить лайк, тот умничка. Всем привет, ребятки. С вами, как всегда, Allplay. И добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами продолжаем играть в мобильные игрушки. И наша очередная игра называется Human Vigil. Когда-то очень давно мы в нее уже играли, но до обновления. У нас, ребятки, произошло обновление. Игруха обновилась и добавилось очень много крутых фишечек. Во-первых, ребятки, тут у нас добавились уже новые скинчики, которые мы с вами сегодня тоже постараемся открыть и заценить. Во-вторых, ребятки, у нас тут добавилось две вкладочки, это магнитик и кристаллики, которые мы с вами сможем прокачивать и, соответственно, больше еще кристалликов зарабатывать. А также здесь у нас есть возможность за 25 кристалликов менять свой цвет. К примеру, платим 25 кристалликов, и с желтого скинчика мы с вами превращаемся вот такой вот серенький прикольный скинчик. Давайте попробуем тогда пару миссий пройти и открыть как раз-таки несколько скинчиков. Итак, погнали. Следующий уровень у нас тут получается 18, на котором мы с вами остановились. Здесь нам нужно будет, кто еще не знает, ребятки, подбирать вот этих вот человечков, которых тут довольно-таки много, и из этих человечков мы с вами должны будем составлять различные транспортные средства. Поначалу это был ровер, потом был у нас, по-моему, мотоцикл, потом у нас была маленькая машинка, и вот самая последняя эволюция, что мы с вами открыли, это вот такой вот прикольный джипончик, за который мы с вами как раз-таки и играем. Чем больше человечку мы с вами соберем, чем больше человечку подведем к финишной черте, тем больше заработаем кристалликов. Мы с вами на 70% открыли новый скинчик, это у нас будет самолет, скорее всего, и 95 гемов мы заработали, у нас уже 115 гематиков. Здесь у нас есть возможность, ребятки, выбирать уже кое-какие скины. К примеру, смотрите, вот этот вот верхние скинчики, которые подсвечиваются зеленым, это те скины, за которые мы с вами уже играем. Например, вот это вот самый последний джип. Если мы захотим прикупить вместо джипа вот такой вот автобус, нам нужно будет заплатить еще 700 гемов, после чего у нас будет новая машинка. Так что придется еще пару миссий, как я сказал, пройти и постараться заработать как можно больше деньжаток. Ну что же, начинаем мы с вами с ровера, теперь мы с вами играем. Ой, это я, ребятки, случайно сделал и очень зря. Я врезался и часть человечку потерял. Возможно, ребят, что мы с вами сейчас и не сможем еще к финишу прийти из-за того, что немножечко опростофилился я в начале. Но пока вроде нет, пока вроде проходим. А, нет, все отлично, ребятки, мы с вами этот уровень проходим. Единственное, что это я заработаю немножечко меньше кристалликов из-за того, что сначала просто сделал то, что не нужно было делать. В самом начале, ребят, нужно быть очень внимательным и выбирать именно ту дорожку, по которой можно будет собрать больше всего вот этих вот человечков. 275 кристалликов у нас есть, я хочу накопить, ребятки, хотя бы 550 кристалликов и поменять либо вот такую вот машинку багги, либо автобус, для того, чтобы мы с вами заценили уже что-то новенькое. Поэтому минимум нужно 550 гемов сейчас заработать. Никакие скины я пока что менять не буду. Давайте попробуем эти кристаллики собрать. Пока у нас вроде это получается. Желательно, ребятки, поменьше человечков нам терять. Так, пока неплохо, пока очень даже неплохо. По-моему, никого мы не потеряли. Кристалликов сейчас побольше соберем. Эти кристаллики сейчас умножатся на какую-то циферку. Так, подбираем, подбираем, ребятки. О, крутяк, это у нас 20 левел. И смотрите, сколько много кристалликов. Ребятки, если все будет хорошо, я думаю, что я больше 200 кристалликов должен буду за этот уровень срубить. Итак, смотрим, насколько все у нас будет умножаться. Во-первых, ребятки, мы с вами открываем уже на 90% самолетик и 407 кристалликов заработали. Это просто круто. Теперь мы с вами можем как раз-таки прикупить уже, ну, буст то еще не можем, потому что не хватает чуть-чуточку, а вот такой вот багги можем взять. Это у нас получается баг, типа квадроцикла. Давайте за 550 кристалликов мы его с вами выбираем. Тут мы с вами тоже можем уже новые взять. К примеру, наши скинчики. И теперь, видите, чуть-чуть для разнообразия я эти скины все поменял. Ну и также давайте за 25 кристалликов поменяем себе уже цвет. Нам, в принципе, хватает деньжаток. О, сейчас мы с вами за красный цвет поиграем. Будет прикольно. Ну что же, погнали. Скинчики у нас немножечко сейчас преобразятся. И вот у нас, видите, баг уже, ребятки. Это у нас машинка баг. Самый новый скинчик, который мы с вами только что выкупили за кристаллики. До этого мы с вами играли просто за машинку. Ну, это, конечно же, уже пошел у нас джипончик. Джипончик мы с вами еще не прокачивали. Вместо джипончика мы с вами можем автобус выбрать. Но пока давайте поиграем за него, за этот джипончик. Нужно побольше кристалликов срубить. Сейчас, ребятушки, мы с вами после этого уровня уже откроем, скорее всего, что самолетик и будем летать. Теперь вместе с ездой мы с вами сможем еще и летать. Итак, за этот уровень мы с вами срубили сколько?
330 кристалликов, и вуаля, открылся новый самолетик. Самолетик-вертолетик, за который мы с вами опять же можем сыграть. Пока ничего прокачивать не будем, давайте попробуем этот самолетик собрать. Для этого нам нужно будет пройти эволюцию всех машин, которые у нас есть. И вуаля, мы с вами впервые играем за самолетик. За самолетик можно летать. Главное, ребятки, ни в какие стены тоже не врезаться. В принципе, за самолетик уже будет немножко попроще играть, но только нужно знать, когда мы с вами должны взлететь, а когда нужно опускаться. Кстати, за самолетик я уже прям по 3 кристаллика в ряд собираю. Так, смотрим, насколько у нас максимум будут увеличены наши с вами заработки. Мы с вами за этот уровень срубили 387 кристалликов и на 10% открыли вертолетик. Если получится открыть вертолет, это будет вообще здорово. Давайте теперь мы с вами, ребятки, вот этот вот автобус уже прокачаем. А, кстати, за 850 гемов мы с вами можем новый самолетик себе взять. У нас, видите, вот такой вот первый самолетик, а мы с вами можем взять уже... второй. Хотя нет, давайте все-таки прикупим вот этот вот автобус. Автобус будет, мне кажется, поприкольнее. Итак, погнали. Собираем мы с вами людей этих вот. Теперь у нас пошел автобус. И вуаля, мы с вами эволюционировали уже за наш самолет. Нужно сейчас побольше гему еще срубить. Кстати, ребятки, видите, после того, когда я выбрал вот этот вот самолетик, я прям намного больше начал гематиков собирать. Наверное, из-за того, что самолетик довольно-таки широкий, и прям все три полосы он собирает. Например, мы с вами опять собрали 90 кристалликов. Сейчас они у нас увеличатся на какую-то циферку. Насколько они увеличиваются? На 4,2. Это очень хороший, ребятки, результат, потому что мы с вами опять имеем 378 кристалликов. Это круто. И на 20% открыли вертолетик. Давайте, наверное, еще один уровень мы с вами сыграем за красные скины. А потом можно нам будет их поменять. О, отлично. Ого, смотрите, сколько много гемчиков. Мы с вами уже их 20 штук имеем. Сейчас будем еще побольше иметь. Тут нам нужно взлететь, чтобы ничего не потерять. Сейчас еще парочку чувачков давайте мы подберем. Опять часть гемчиков подобрали. Опять часть гемчиков. Ого, ребятки. Фу, чуть было не врезался, но вроде как выровнял ситуацию. Опускаюсь еще пониже. И здесь мы с вами срубили 88 кристалликов, которые сейчас умножатся на какую циферку? Ну, наверное, на нормальную циферку. Мы с вами человечков тоже нормально собрали. Да, на 4,6 аж умножаются. Итого у нас 405 гемчиков имеется. Мы с вами теперь за каждый уровень очень много кристалликов зарабатываем. Теперь можно будет нам даже новый самолетик вот этот вот выкупить. Он стоит 850 гемчиков. Давайте мы его с вами прикупим. И теперь у нас будет вообще новый крутой самолетик. Погнали, ребятки, опять попробуем протестировать наше приобретение. Тут мы с вами сейчас попробуем побольше этих вот человечков собрать. Отлично, собрали. Взлетели, вот наш новый самолетик, который мы тестировали. Пока что он у нас, ну, довольно-таки неплохо смотрится. Главное, нам ни во что не врезаться. Я случайно врезался, ребятки. Совсем не везущий нам с вами выпал самолет, потому что я врезался. Сейчас я постараюсь побольше вот этих вот человечков теперь собрать уже. Так, и поменьше во что мы с вами постараемся врезаться. Тут вот у нас есть полосочка, по которой мы должны двигаться. Отлично, тут мы с вами не врезались. Подбираем еще часть человечков, на самый верх нам нужно лететь. О, отлично, мы с вами 3 человечка потеряли, но самолетик пока что у нас летит, значит, у нас человечков хватает для того, чтобы он летел. И в конце, ребятки, мы с вами срубили 116 гемов, которые сейчас у нас увеличатся на где-то на 4,6, наверное, тоже, потому что человечков довольно-таки много у нас собрано. Нет, на 4,3, но тоже, в принципе, неплохо. За этот уровень практически 500 гемов капает, на 40% открыт у нас новый вертолетик. Давайте теперь, наверное, поменяем уже скинчик, цвет, вернее. И теперь поиграем за черный цвет. Ну, в принципе, неплохо. А также мы здесь с вами сможем уже выкупить новый вот этот вот, если понадобится, конечно же, новый моцик. Ну, я не хочу его выкупать. Мне кажется, что этот, который у нас изначально был, чуть-чуть покруче будет. Тут нам нужно значит, что сделать. Знаете, нам нужно будет тогда прокачивать другие параметры. Давайте мы с вами магнитик еще прокачаем, чтобы побольше денежек у нас примагничивалось. О, отлично. Наш автобус, в принципе, созрел. И смотрите, превратился в какой крутой самолет, вертолет. Завези меня в полет. Сейчас мы с вами еще часть этих гемчиков соберем. Нет, ни во что бы не врезаться. Это хорошо, ребятушки. А здесь мы с вами, наверное, сейчас во что-то врежемся. Да, частично я, конечно, врезался, но все равно мы пока что удерживаем высоту. Тут неплохо пока у нас все получается. И вуаля, 130 гемов опять мы с вами срубили. Да, с каждым новым уровнем мы с вами зарабатываем все больше и больше количества гемчиков. И это означает, что совсем скоро мы с вами реально сможем абсолютно все скины пооткрывать. И можно будет нормально нам попрокачивать параметры. Черный скинчик довольно-таки симпатично смотрится. Поэтому давайте сыграем еще одну миссию за данный скинчик. 27-ю. Вот у нас уже баги. И тут вот у нас, ребятки, будет уже самолетик. Я частично крылом ударился, но вроде пока еще не разлетелся. Тут нам, ребятки, нужно пониже уже опуститься. Отлично. И тут самый верх нужно подняться. Минус 11.
Это было очень жестко, ребятки. Минус 11 человечков, но тем не менее мы с вами превратились в автобус. Приземлились именно там, где нужно. И сейчас опять играем за вертолетик. Ой, за самолетик. Круто, ребятки. Опять мы с вами прошли очередной уровень. Ладненько, ребятки, пока что на этом, наверное, все. Если вам эта игрушечка понравилась и вы хотите, чтобы я еще в нее поиграл, чтобы вышла вторая часть, поставьте, пожалуйста, лайк. А также, кто еще не подписался, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик для того, чтобы не пропускать новые ролики, которые выходят каждый день. С вами же был, как всегда, Allplay. Всем удачки, ребятки. Всем пока.